dvhub.ru. Мы взяли материалы и результаты анализа данных Росстата за 2009-2016 год. Взяли результаты опроса, который проводился в 30 субъектах Российской Федерации, представляющих все федеральные округа. Кроме этого, данные исследований, мы взяли также результаты, проводимые в различных учебных заведениях, среди студентов, школьников и уже зрелых мужчин, возраст от 30 до 50 лет. На основании анализа и сопоставления данных, полученных из разных источников, можно констатировать, что из опрошенных женщин и мужчин возраста от 25 до 45 лет в основном с высшим и средним образованием, со средним уровнем прожиточного минимума, в зарегистрированном браке находится более 65%. И только половина из них хотят иметь одного или двух детей. Более 30% опрошенных проживают в гражданском браке. И только 10 из них собираются обязательно зарегистрировать брак. Количество неполных семей в России в последние годы возросло до 30%. Всего около 6 миллионов. В стране 5,6 миллиона матерей-одиночек и 643,5 тысячи отцов-одиночек. 30% детей в России рождаются в неполной семье. На каждые 100 зарегистрированных брачных пар в крае приходится 59 юридически оформленных разводов. Высокий уровень небрачной рождаемости, который является одной из причин образования неполных семей. В Хабаровском крае, к большому сожалению, каждая четвертая семья является неполной. По результатам опроса, около 47% россиян не верят в прочность и долговечность брака. 27% соотечественников считают брак устаревшим явлением. Более 50% детей, которые остались без отца, не получают алиментов. В 2016 году констатировался факт, что в стране более 600 тысяч детей-сирот, из них более 70 тысяч приживых родителей. Увеличивается количество отказных детей. Представьте себе, что практически 20% молодых людей способны принять ситуацию, когда мать отказывается от собственного новорожденного ребенка и найти оправдание этому явлению, и считают возможным оправдать такое поведение родителей. dvhub.ru